А здесь весной и не пахнет, и под сурдинку валит снег. Казалось, март уже распахнут, но нет, увы, но нет. Еще под снежным одеялом столица северных ветров, еще по кромкам вдоль каналов ютятся сны февральских льдов. Еще холодная погода кусает руки и в тепло спешат скорей по переходам прохожие к себе домой. Весна придет, и вне сомнения она сумеет оправдать и ожидания, и терпение. Ей не впервой всех чаровать.